По данным еженедельного мониторинга Управления Роспотребнадзора по Туве, по заболеваемости гриппом и ОРВИ в республике с 19 по 25 марта был отмечен подъем заболеваемости с циркуляцией гриппа А. Всего зарегистрировано за прошедшую неделю 2592 случая обращения в медицинские организации с признаками ОРВИ. Отметим, что за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1101 обращение. Из общего числа заболевших более 80% составляют дети. Госпитализировано за неделю 272 больных, из них 249 – дети. По итогам мониторинга посещаемости в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях введены ограничительные меры в отдельных группах и детских садах. Карантин введен в 10 детских садах и 20 дошкольных группах. В связи с сохраняющимся высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ, врачи-эпидемиологи рекомендуют продолжить меры профилактики. Это ношение защитных масок при посещении многолюдных мест, проведение утреннего фильтра в детских и взрослых организованных коллективах, использование бактерицидных ламп, частое проветривание и проведение влажных уборок, тщательное и частое мытье рук.